Да, чего только не сделаешь ради эксперимента и лабораторных исследований. Видос, который начинается с конца, потому что печка у меня уже в подвале и торф у меня здесь уже загружен. Собственно, наш девайс. Ну, создание его на видео мы не снимали, это было долго. Ну, так как, в общем, в перекурах оно делалось. Вот Леонидович, автор его изобретения. Вот это одна часть, вот она его вторая часть. Если в двух словах, то есть начнем с самого интересного. Что вот это такое и зачем оно надо? На відміну від звичайних буржуйок, де залізний ящик, де згорають дрова і все тепло виходить на вулицю, тут відмінили. На буржуйку ми насадимо колпак, де буде підвищена теплооддача. Працює воно так. Так як у холодну пору залізні труби холодні і там збирається холодне повітря, воно не буде давати нам теплим ще газом, коли підпалюємо буржуйку, там грубу, ну, опалювальні прибори, температура вогню не така висока, і він не може виштовхнути з стальної труби холодне повітря наморожене. Тому тут застосовується для прямого вогню от така заслонка. Тобто з буржуйки гаряче повітря, воно зразу йде вихлопну димову трубу і прогріває трубу. А ще ми тут застосували самий прямий прогрів труби. У димовій трубі є така дверцятка, куди засовується папір чи легкозамісні матеріали, і безпосередньо труба прогрівається, що дуже полегшує вихід димових газів на розігрітої буржуй. Так як воно все залізне і холодне, не то що довго, а тяжко прогріває. І коли прогріється як сама буржуйка і димова труба, тоді ми відкриваємо основний вход. Вот он. Да. То есть, оно чуть-чуть нахилите, я покажу, что тут есть вот он. Не-не-не, вот этот. Вот, что-то вот это ход, это типа напрямую. Ну, то есть, когда вот это закрыто, это напрямую ход, чтобы выхлопные, ну, газы выходили прямо в трубу. А это уже основной, рабочий. И тогда горячие дымовые газы идут в наш колпак, разогревают его, отдают тепло, вернее, разогревают и вертаются тогда уже в эту дымовую трубу. Ну, то есть, получается, движение вот такое вот. Принцип вільний хід гарячих газів. Такий був подобним печам Грум Грижимайло, якого совєти грубостіжно завалили. От він застосовував такий принцип. Площа тепловіддачі тут 2 метри квадратних. Совсем, ну, то есть, печка і от це вот. І ми застосували принцип конвенції. Тобто, холодне повітря буде затягуватися і конвертуватись тут вже в гаряче. Кругообіг повітря в приміщенні набагато пришвидшується. Так, ну а в цілому стандартна тема. Колесники знизу. Ага. Екран на дверцятах, щоб дверцята не гарячі були. Ну і там, да, там, в общем, колесники. Вон вони там внизу. І, ну, тут ще якби буржуйка шахтного принципу. Вузьке і високе. Тоді ця маса, що там, чи дрова, чи опилки, чи уголь, чи торф, воно горить знизу і осідає. Очаг горіння, він безпосередньо в вузькому цьому. І якби сам себе розганяє. То якби була широка, то це тепло розходилось по боках і не так концентрувалося всередині горіння. Труба яка? 400-ка? 300-ка. Водопровідна 300-та труба. БУш. Ну, понятно. Ну і іспитуємо. Сегодня у нас торф, ладно, ага, ну да, эмблема теории ДВС, и сегодня вот этим вот полный, 12 килограмм здесь в среднем, там 12, бывает 13, ну короче, будем считать для 13 килограмм, 12 килограмм. В общем, если раньше бы спросил меня кто-то, что ты знаешь про торф, я бы ответил примерно так, я в принципе так и отвечал, что торф это полнейшая херня. Вот тебе привозят самосвал какой-то земли, чернозема. В лучшем случае тебе привезут в мешках вот этот вот торф в землю, чернозем, который ты загружаешь в печку, который нихера не загорается, не горит, коптит, дохренища сажи, и толку от этого вообще ноль. Примерно так я, в общем-то, и считал до недавнего времени. Но, значит, предыстория. Весной на выставке по тепло вот этим всем системам в мае месяце я ходил, смотрел, смотрю, там какой-то стенд стоят ребята, и у них брикеты. Я подошел, ну, как бы, мне что же интересно, я что же брикетами все топлю. Что за брикет? Они говорят, торф. Я такой, а, торф, не-не-не, пацаны, типа,
все, до свидания. Они такие, подожди, стоп, типа, что? Они мне говорят, подожди, подожди. Это как бы, ну, есть такой момент, но это как бы необработанный торф. У нас технология. Торф надо, ну, как бы обработать по-нормальному, чтобы от него получить результат. Вот это брикеты. Это прессованный торф, и он сухой. И вот он как раз-таки горит долго, отдает тепла много, ну, как бы все, зашибись. Ну, как бы я, естественно, не поверил в это ни во что. Они мне говорят, давай, вот мы тебе дадим пакованчик, типа 6 килограмм мы тебе пакованчик дадим, ты попробуй себе, ну, вообще посмотри, как он горит и все такое прочее, а потом, как бы, ну, скажешь, понравилось тебе или нет. И самый главный вопрос, который у меня вообще был, это как-то я один раз зимой, в одну зиму закупил, я уже не помню, какие, как они там называются, эти трубочки с дырками из сосны. И я просто офигел каждые 3 недели чистить дымоход, потому что дымоход у меня как бы он небольшой, по-моему, 110, но он вот из такой вот дыры, он зарастал вот в такую, реально, вот в такую, у меня даже где-то старые фотографии еще остались, то есть он зарастал этой сажей от смолы вот этой сосны там и все, я просто чистить уже все, я говорю, блин, так он будет там торф давать, какой-то угар, сажу, типа, не, пацаны, типа, это все не надо, они говорят, ну, ты возьми как бы, попробуй. Вот он здесь уже заинсталлирован, стоит, вот он по меткам, как труба была. Потом, когда мы все это дело должны опустить в подвал, где оно должно быть, вот тут вот еще герметиком специальным внутри, ну, перед тем, как надевать колпак, для печным герметиком. Ну, а здесь без герметика для испытаний. Кстати, петли это, чтобы его лебедкой можно было спускать и поднимать. Так, загрузка твердого топлива. Ну, что-то много вы взяли. Зимой там его много не треба буде, аби тільки всі гади пішли. Ну, что, сухонький? Да. Ну, прям как этот, как на уголь похож. Да, пресс хороший. Ну, да. На відміну від совдепівського торфа. Брикета, що він в руках розсипався, як чорнозем, то цей, ну, твердий. Ну, не вугілля, ну, достатньо. Так, ну, от це от його відправна точка. Тобто, ага, ну, от він де на сонце 40 градусів, він вже. 41, 40 градусів. Ну, труба 41, ну, то есть в среднем 40 градусов, то есть. Вот, то есть у нас по загрузке вот это вот одна пачка, ну, то есть до калитки. То есть вообще можно сюда всадить две, я думаю, пачки. Ну, мы пока с одной начнем. Ну, и вот она здесь загружена, вторая пачка. То есть загрузка полная с нуля вместе там с бумагой, это две пачки. То бишь примерно 25 килограмм, ну, то есть там 12,5-13, это целое, ну, 25 килограмм где-то. И прикол в том, что ты его загружаешь, закрываешь, поджигаешь, и чтобы оно горело у тебя, ну, то есть не полчаса там, как дровишки, а горело у тебя целый день. И за одну, конечно, топку ты не увидишь прям там какого-то мега-результата, если там есть сажа или нету сажи, но ты для себя вообще увидишь, как оно горит, долго там, недолго, и все вот это вот прочее. И у меня, кстати, есть видос, как мы проверяли вот эту печку, ну, такой чисто видос на расслабоне, мы закинули этот торф, и я вам скажу, я прямо офигеть как удивился, удивился я тому, что он действительно не давал копоти какой-то там такой сажи. Но самое главное, что эти 6 килограмм у меня очень долго горели по сравнению с обычными там дровами. И даже по сравнению с тем, я раньше там брикеты из дуба руф использовал. То есть даже по сравнению с ними. Он реально дольше горел. И как бы сопоставив одно с другим, цена за тонну руфа, они офигенные, но они стоят денег, и цена за тонну вот этого торфа, и я понял, что как бы ценник, ну, почти в 2 раза как бы перевешивает вот сюда. Ну, скажем так, за 1 тонну руфа я могу взять, купить фактически 2 тонны торфа, который при том, что если 1 к 1 сравнивать, горит дольше и дает тепло дольше. Правильно, дроссель открыт полностью. Так, поджигаем. Поджигается. О, дымок пошел. Эти. Пошел дымок. Даже он пепел потянуло сразу. Так. И там через низ бумага. Пошел. Так, все, пошел прогреваться. Сейчас мы засечем время. Так, смотрим, что нам он дает. Так, 95, тут у нас 70, 69, 70, 75, ну тут понятно, труба будет горячая, 150, вот тут вот надо посмотреть, вот здесь вот, 176, ну вот он
почти вышел на рабочие рельсы, потому что температура должна быть еще градусов на 80 больше. Ну, колпак этот у нас до 140, до 130 прогревался. То есть, ну все, это вот полная загрузка. То есть, фактически он уже вышел на рабочие рельсы. То есть, сейчас он чуть-чуть прокоптиться должен, буквально минут 10. И мы прикроем вот эту вот заслонку на 45 градусов. И поддувало прикроем, чтобы он уже в таком эконом-режиме коптил себе, ну, все как бы прогорал. То есть, ну, грубо, в 11.40 он вышел на рабочие рельсы, и где-то в 11.44 мы его прикрыли. То есть, со щелей он нигде не сифонит. Калитка, вот эти вот дела, то есть, еще раз смотрим. Вон он, 113, тут меньше, тут, естественно, больше он. Вот тут вот у нас самое, потому что из-за экрана не видно, он почти, ну, практически 200 градусов сверху. Да, 200, это значит внизу. Там, где камера сгорания, ну вон, он уже пошел, 270, 200. Горячее поветрие, что руку. Ну, вот то есть, все. Оттуда, и... оттуда, горячее. Да, поветрие. Да, да, горячее поветрие. Отсюда прям валит, аж сдувает. И вот он, дымок. То есть, сейчас он, мы его прикрыли, он будет в таком режиме, должен, интересно, сколько времени он протлеет. Прошел час после того, как он вышел на рабочий режим, и вот с этой стороны даже металл чуть-чуть потемнел. Ну и, конечно, жар тут от него валит просто... Охренеть, ну вот он дымочек такой, все копит, никакого конденсата, пыхкания никакого, ничего нету, все нормально. Ну дайте этот, температуру я покажу, 130, ну там как бы самая температура, ну там 300 градусов, и дальше, ну выхлопная, понятно, что она это, колпак, ну вот он колпак. Ну это именно в эконом режиме, то есть если разгонять его на форсаж, открывать все заслонки, чтобы оно прям вваливало, оно греется больше. Но в данном случае нас интересует эконом режим, чтобы ты загрузил, чтобы ты не ходил в трусах на 3 метра возле печки, но чтобы была комфортная температура. И вот, кстати, экран, дверь не греется, ну 100 градусов, понятно, что как бы, ну в отличие от... Вот тут же он. Да. Ну вот самый тут. Ну даже этот металл почти 110, ну 107 градусов. Конвектор этот, щиток. Ну здесь, понятное дело, поменьше. Ну, тут 100 градусов, ну как раз возле камеры сгорания. То есть там, если металл сам 100 градусов, то есть там больше 300 камера сгорания. Ну, по крайней мере, раньше, когда мы его гоняли без этой штуки, так, в общем, было. Вот. Это, если что, не дым и не огонь. То есть это горячий воздух вваливает. Я надеюсь, это видно. Вот отсюда вот вваливает горячий воздух с этого кожуха. То есть даже на жаре горячий воздух валит. Очень горячий даже на жаре воздух. Короче, вот 3 часа прошло. Органика выгорела. Остался уголь теперь. Вот он. Дымом уже. Да, все. Ну то есть 3 часа выгорала вот органика. Сейчас уголь. И еще уголь будет гореть и гореть. Все, закрывайте его. Вот. В таком разе его можно еще убавить, а там. Ну еще убавить. И он еще будет, ну, дольше. Ну уже да-да, ну, пусть будет. Бы... Да. Это будем зимой. Да, зимой, потому что нам еще домой надо. В общем, прошло почти 5 часов. Смотрим. Вот он. Он все еще горячий. Это этот, ну, кожух. Кожух. Здесь. Ну, как бы 150. Без изменений. Купол, этот колпак, он прогрелся. Уже он 120. Ну, то есть, в среднем где-то 120. Там 115. Ну, то есть, валит дыма, там вообще никакого не видно. В принципе. Вообще. Здесь. Ну, здесь у нас 350. Ну, туда дальше просто я не достаю, потому что где-то вот, ну, вот где-то на этом уровне он. Так, прошло 5,5 часов. 5,5 часов прошло, нам уже, в принципе, домой как бы надо, а там уголь все еще горит. И при том еще он твердый, не сыплется. Почему еще гореть? Если кочергой не дергать, горел бы дольше. Короче, прошло где-то час с момента того, как мы делали форсаж. Общая стоимость, хотел сказать, общее время работы
на данный момент чуть-чуть меньше 8 часов. Из этих 8 часов он где-то час с копейками на форсаже, чтобы вот это все выпалить. Потому что уже на самом деле почти 19:00, то бишь 7 вечера почти. И нам как бы надо еще все это спрятать, а чтобы его спрятать, оно должно остыть. А оно еще ни хрена не выгорело. То есть и так оно будет гореть еще пару часов, может. Ну, то есть если прикрыть. Мы уже форсаж, уже там колосники пошевелили, чтобы его прожечь. Короче, две пачки было много для эксперимента. Реально много. То есть это если вот разжечь его утром, зимой, две пачки сунуть, и это тебе полный на целый день. И ты уходишь, там жар остается, и на следующий день ты приходишь, и в этот жар даже пихаешь и разжигаешь, и оно начинает, короче, валить. Короче, реально дохрена. Это, кстати, конденсатик. Тут чуть-чуть полился где-то. Ага, вот смола. Это еще в начале была смола с конденсатиком. Труба-то не утепленная. Но вот, несмотря на то, что он фактически прогорел, вот смотрите, кожух этот, да, стал меньше. Температура, ну, 50 он показывает. Тут вообще 30 он уже выхолол. Но вот этот вот, ну, он нифига не холодный. Вон, 140, вот тут 86. Вот тут вот стал колпак чуть-чуть холоднее. А вы его на форсаж включили, Леонид? Да, да, да. А, вот этот. Через колпак. Через колпак идем. Ну, короче, колпак уже не настолько горячий. Короче, он уже не настолько горячий. Ну, потому что вытягивает его. Ну, а там вон он как бы вон 215. Ну, меньше, чем было до этого. Как бы тут понятное дело. То есть, но все равно до остывания полного здесь еще как бы далеко. Ну вот пока что мы выгребли кучку. Но там вон еще есть, там оно горит. Все еще есть и хорошо горит. И жар там очень такой хороший и веселый. Мы уже его форсажем. Максимально, чтобы оно перегорело. Короче, прошло уже 8,5 часов. Колпак разогрелся, потому что на форсаже пошло. Вон, ну я далековато сижу, но там, короче, будет точнее, то там снизу больше. Ну, короче, этот уже остыл. Да, защита всего 40 градусов. Тут вот этот горячий, он 130 и колпак 120 где-то, там 110. Так что процесс идет, 8,5 часов мы сидим, мы ждем. Ну, в общем, как бы логический финал. Логический финал, что как бы 9,5 часов, вот, в принципе, все. В принципе, он прогорел. Там еще кое-что осталось. Уже мы ему мелочи. Были все. Да, мы ему как бы уже... Ну, то есть, если бы мы не трогали... Вот он 9,5 часов у нас горел. Если бы мы его не трогали, мне почему-то кажется, что он бы мог вот так вот гореть часов, ну, 11, наверное. Ну, 10 часов это 100% вообще без каких-либо проблем. То есть, он еще там что-то догорает. Ну, все как бы мы... Сейчас он там досыпается последнее. Нужно его разобрать все это и идти домой, потому что уже поздно. Ну, естественно, чтобы получить результат, гвоздь программы – это печка. Ну, я стал немножко шерстить эту тему, изучать, что такое торф перед тем, как его брать. И я могу для себя, ну, вообще так подытожить, вот кто ни разу не юзал торф или вот такое, то я тоже вот так вот посмотрел сейчас это видео, типа, чувак, что ты такое несешь? Я юзал торф, этот чернозем, он нихера не горит. Так вот, значит, есть два основных момента. То есть то, что торф должен быть сухим, прессованным, это как бы понятно. Но по его сжиганию, значит, во-первых, любая печка, какая-нибудь, что у тебя есть, чтобы получить результат, тебе не подойдет. Если ты, например, этот торф будешь бросать в какой-нибудь камин, открытый там, костер, открытый огонь, гореть оно не будет. Либо оно будет гореть, и тепла оно тебе толком никакого не отдаст. Если ты его будешь бульерьян бросать, тоже как бы там есть свои нюансы, но ты можешь не получить должного эффекта, потому что, ну, это как бульон, это вообще как бы отдельная тема, и просто говорю, что есть такая вероятность. Так вот, для того, чтобы получить хороший, конкретно хороший эффект, нужна буржуйка. Вот. Лучше всего вот такого вот типа. Именно железная, с экраном, вертикального типа. Вот там оно горит правильно, оно там догревается до высокой температуры, идет теплоотдача, и все, вот с этим ты получишь результат. Это первый момент. Второй момент. Это момент с тем, чтобы поджечь торф. Вот просто так взять спичкой, горелкой, облить бензином и поджечь, просто так торф не загорится. Такая как бы особенность. Это как уголь. Уголь тоже, он просто так там от спички
еще чего-то, он не загорается. То есть, по-нормальному, для того, чтобы разжигать как бы с нуля, у тебя все холодное, все, нужно загружать там бумажку и чуть-чуть дров, буквально там килограмм-два, чтобы оно разгорелось и был уже жар. И вот в этот жар ты добавляешь уже торф, и тогда он начинает у тебя гореть. И тогда уже идет процесс, это и когда процесс начинается, и процесс уже выходит на рабочие рельсы, и все работает так, как надо. Ну вот смотрите, сняли мы колпак, так, ну тут еще горячо. Сажи как таковой нету, но вот эти вот пылюка, это мы уже тут продували, мы его продували компрессором, короче, чтобы его погасить. То есть вот эта вот пылюка, это мы надули. А сажи и вот колпак, ну вот он колпак, вот он. То есть сажи какой-то здесь, копоти, еще чего-то нету. Хотя мы 25 килограмм вжули на протяжении, ну, 7 часов он стоял на этом эконом-режиме. То есть он бы там, если была бы какая-то сажа, он бы его закоптил так, что вообще. Значит, выхлопная труба. Это у меня заваренная выхлопная труба. Ну вот, смотрите, как бы сажи там нема. То есть пылюка, это пылюка, вот он, это которая была первой. Вот, ра, это два. Он уже бэушная. Бэушная, да, и вот он, три, то есть сажи. Это то, чего очень я боялся, прям очковал очень сильно, что будет сажа от торфа, как от сосны там, вот это вот все. То есть, ну это, короче, это закоптил он еще давно. Масло, когда я полил, то он вот так вот его закоптил, он до сих пор в таком виде. Ну и к вопросу о монтажных ушах. То есть это сделано чисто для того, чтобы его спускать в подземелье и поднимать из подземелья. Ну вот как бы. Небольшая очистка колпака под герметик. Ну и теперь колпак точно так же уезжает вниз. Ну вот такая вот штуковина, печной герметик, 1500 градусов. Главное его потом молотком не сильно бить. Так, еще. По чуть-чуть давай. Давай, 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 еще. Все, давай, вниз его. О, моя коронная надпись, сделанная Гадманом, теория ДВС. Ну, а теперь вид сверху. То есть вот она, печка, прямо над проемом. Вон. Ну, выхлопную трубу это мы чуть позже будем делать, как бы не сейчас. Ближе по месту к зиме. То есть она у меня здесь проходит и в ворота выходит. Ну, такие конструкторские изыскания. Вот так вот это в финале должно выглядеть зимой. Летом я его накрываю. Вот она, решетка. То есть смысл в том, что ты имеешь помещение, вот я сейчас даже выйду. То есть вот помещение, в котором у тебя стоит станок и срач, и мастерская, и печка. Печка стоит у тебя в подвале, она топит. Теплый воздух по законам физики, естественно, поднимается наверх. Холодный воздух вот там вот спускается, там где залаз, там спускается вниз. У меня эта схема работает уже какой, ну, год, пятый год или шестой, наверное, будет работать. И там, когда ты стоишь внизу, возле лестницы, у тебя так сифонит по шее, вот если стать вот прям к лестнице, повернуться, ну, спиной, то там прям по шее ты чувствуешь вот этот вот сифон воздуха. Вот. И ты добиваешься следующее. У тебя мастерская не занята нигде никакими печками, то есть при сравнительно небольших габаритах, у тебя ничего здесь, никаких печек нет. Вся топка, машинное отделение внизу. Во-вторых, ты имеешь равномерно прогретое помещение, то есть нету такого, что здесь ты стоишь в трусах и тебе просто жарко, а вот туда ты отошел и там уже в фуфайке холодно, то есть такого тоже нету. И постоянная циркуляция воздуха в яме, в подвале тоже не жарко. То есть, конечно, очаги там ближе к печке более тепло там, дальше в пристройку там чуть холоднее, но это такой перепад температуры, не то, что там трусы и фуфайка. Вот, воздух все циркулирует и все зашибись работает. Ну, а летом я это все просто накрываю вот такой вот QSB-хой, потому что ходишь, чтобы туда не сыпался мусор. Это, кстати, да, минус системы, потому что ты тут постоянно ходишь, и у тебя вот этот вот квадрат снизу вот четко, как будто бы кто-то посыпал землей, песком
Вот, и все такое. Вот, ну, такой, да, минус. Но, тем не менее, экономия места. Ну, если взять так просто сухо посчитать вот из этого эксперимента, то если предположить, что ты будешь использовать в среднем две пачки в день, в месяце ты будешь работать примерно 20 рабочих дней, ну, там, с понедельника по пятницу, то вот эти вот 3 тонны вот этого количества должно хватить на 6,3 месяца. Ну, в общем, на 6 месяцев этого должно хватить. В одной палете 84 вот этих упакунка, соответственно, 3 тонны, 3 палеты, точнее, с этими, то есть раздели, там, помну. Ну, это как бы навскидку, потому что, например, в конце осени холодно, но не настолько мега холодно, чтобы раскочегаривать печку на ее максимальную способность, скажем. Есть холодные, мега холодные дни, там, в середине января, где очень большой мороз, и, возможно, расход будет больше, чем 2 пачки. Но он такого, ну, пару недель у нас в году, например. То есть, как весной и осенью расход меньше, потому что, ну, соответственно, не настолько холодно. Я это говорю к тому, что обо всем об этом, как бы, я видос смогу снять только к Новому году и рассказать, чего, как у меня получилось. Но предварительно, вот то, что я увидел результат, я мега доволен, потому что у меня есть сравнение с тем, как горят обычные дрова, порезанные вот эти вот палеты, там какие-то досточки. И вот по сравнению с вот этим вот делом, эти дрова, это как спички. То есть ты их туда закидываешь, набиваешь полную топку и буквально там полчаса, ну час максимум от силы, если там в самых эконом-режимах, ты открываешь, а там уже ничего нет, надо опять туда подкидывать. Поэтому количество хранения вот этого вот всего, заботы по их забрасыванию, ну как бы у меня есть с чем сравнить. В общем, немножко подумав, ведро мы решили использовать вот такое пластиковое. Ну и если его взвесить, сейчас оно становится. Вот, 715 грамм весит вот это ведерко. Так, смотрим. Что он у нас? 5260. То есть у нас получается почти что 4,5. По техническим характеристикам должно оставаться до 20% вот этого вот всего там песка, золы. Ну, с 25 килограмм 4,5 примерно. Ну, так оно и есть, до 20%. Ну, в общем, к зиме чуть-чуть я подготовился. Вам тоже советую подготовиться. Кстати, кому интересно, чего, где и что вот это такое, ссылка будет в описании. Как бы непосредственно, это непосредственно от производителя Волынторф. То есть именно там, где его делают. Причем вот эта вот расфасовка, это как бы самая дорогая расфасовка, ну потому что она упакованная. Там есть вариант взять и в мешках, это будет дешевле, то есть одна и та же тонна, она просто будет дешевле. Есть вариант просто вот эти вот брикеты рассыпухой, ты можешь приехать, загрузить к себе в тачку и утащить. Так что это будет еще дешевле. Так что не тупи, готовься к зиме, а сына собаки могут идти на...